Всем привет, на связи Алексей Шевченко, и сегодня я хотел поговорить на тему, как же сделать вашу страницу ВК более популярной, как создать большое количество подписчиков, большое количество друзей, и чтобы эти люди были настоящие, как этих людей со временем сделать в лавину трафика, чтобы эти люди стали вашими партнерами. Вчера я нашел интересный сервис, в сервисе существует два режима, режим бесплатный и режим платный. Описание на данный сервис, о котором пойдет речь, я оставлю ниже под видео. В сервисе существует два режима, платный и бесплатный. Бесплатный режим работает, я его вчера проверил, работает четко, но я понимаю, что это займет большое количество времени, и так быстро мы не сможем создать большую лавину друзей на вашей странице ВКонтакте. Поэтому я выбрал платный сервис, буквально 3 часа назад я оплатил данный сервис. Посмотрим результаты. За 3 часа у меня в друзьях 217 людей, это люди все живые, адекватные, рабочие, у них есть у всех скайпы свои, то есть это не фейковые страницы, это нормальные, адекватные люди, которые тоже так же работают в интернете. Вот пока мы пишем видео, смотрите, уже 220 друзей. То есть, понимаете, сервис работает, здорово все. Поймите самое главное, сервис платный, стоит $10 в месяц. За $10 в месяц разработчики сервиса обещают нам 10 тысяч друзей. 10 тысяч друзей за $10 в месяц – это люди, целевая аудитория. Это люди, которые знают, что такое Skype, у которых есть Viber, у которых есть YouTube-канал. Это люди, которые разбираются в интернете. И это ваши потенциальные будущие партнеры. Тем самым за $10 в месяц мы с вами решаем автоматический вопрос с приглашениями в ваш бизнес. Люди сами будут вам добавляться и спрашивать у вас совета, помощи и регистрации в ваш проект. Ссылка на сервис ниже в описании. Друзья, работайте через интернет, зарабатывайте деньги. Я желаю всем успехов, здоровья. С вами был Алексей Шевченко. На связи. Всем пока.